хочу представить вам самодельный ультразвуковой резонансный генератор, настроенный на частоту 1,67 МГц. При этой частоте 1,67 МГц молекулы воды получают дополнительную кинетическую энергию, переходят из жидкого состояния в газообразное. На пьезогенераторе молекулы воды, если они будут дополнительные, начинают превращаться, переходить из жидкого состояния в газообразное. Вот здесь данная модель кварца была выбрана как AV1408. Кварц я долго искал в магазине, но нигде не мог найти, поэтому пришлось заказывать его на сайте avito.ru. И добрые люди прислали мне его из Севастополя, две штуки. Значит, цена обошлась примерно 200 рублей, то есть совсем недорого. Молекулы воды переходят в газообразное состояние. Вот. Данную частоту можно регулировать, резонанс, с помощью переменного резистора, встроенную в схему. Здесь у меня используется переменный резистор 10 кОм. Вот я вращаю и добиваюсь наилучшего резонанса. То есть того положения, при котором будет наилучший результат. Ну вот, данная частота настроена. Мы видим обильное выделение пара. Данная схема может быть положена в основу изготовления самодельного увлажнителя воздуха. Значит, вся схема обошлась у меня примерно в 600 рублей. Учитывая то, что в магазине этот увлажнитель воздуха стоит, ну, самый дешевый, от 2000 и до 20 000, то в принципе есть смысл готовить данную схему. Спасибо за внимание.